Всем привет, вы на канале Я Португалец. Сегодня у нас будет такое первое видео в 2024 году, и, наверное, в 2023 то же самое, блядь. Потому что канал где-то около 2 лет ничего не делал. Но оно будет такое, как первый, блин, комом. То есть, видео вот так, видео вот так, видео вот так. На это не обращайте внимания, зайдет это видео, и дальше пойдем постепенно про те машины, которые у меня есть, и те, которые будем брать, покупать, и также подсъемы делать с океана и все остальное. Короче, будет такое краткое выхождение, чем я занимался. Тем же самым. Делал машины, продавал, покупал, ломал, продавал, покупал, ломал, все. Ну и делал, соответственно. Так, Fiat и Шкуда, старенький, который был мне отдан за работу. Всем привет. Короче, подогрели мне Фиата. Ну, как подогрели, отдали там за работу, за все. Сейчас посмотрим. Идем к нему. Короче, вот такой вот старичок-боровичок с пробегом, блядь. Страшный, грязный. Дали, сколько он стоит, я не знаю, сколько. Это все паутина. Ну, год точно. Год. Да, год. И как поменял сцепление на нем 1,5 года назад. Кстати, сцепление неплохое. Там, походу, маховику. Пиздец. Сейчас дай. Что там с мотором у нас? Вот так вот. Вот такой вот мотор. Грязи, блядь. Просто пиздец. Так, что там у нас? Масло есть? Масло есть. Черное, ну, есть. Ладно, несу аккумулятор, будем заводить. Батарейку я поставил. Подкачал вот этой вот грушей топливо. Топливо, кстати, заполнилось. Не знаю, как он сейчас заведется. Пойдемте глянем ключ. Он мне как бы нужен чисто для технических целей. Короче, мотор, я так понимаю, здесь 1,9. Вроде как. Замкнул, блядь, подождите секунду. Все, замкнул. О, ожил, зажигание загорелось. Свечи накала загорелись. Погнали. Блять. Батарейка сдохла. Пошел ставить батарейку на зарядку. Встретимся позже. Короче, пока аккумулятор заряжается, он сел полностью. Я за ему сделал. А все остальное подойдет. Да. Короче, поставил я аккумулятор. Зарядился уже его чуть-чуть. Сейчас подкачиваю соляру. Потому что я думаю, она ушла уже после того момента. Тут очень много моментов. Видите, нету бросадерочек, нету ни хомутиков. Тек. Тек. О. Масло я проверял, там есть, вода есть. Пошлите пробовать. Сейчас как оно будет, не знаю. Конечно, блядь, стоял он долго. Он стоял где-то 1-2 года. Это вот тут паутина, тут все тут, блядь. Сейчас свечки потухнут. Давайте еще их прокалим чуть-чуть. Не включается. Горячий, что ли, блядь. Сейчас вытащим ключ. О, включились. Сейчас, опа, есть. Погнали. Вот это, блядь, дизелек завелся. Работает. Да, вот он. Пошли, земляю. Это же тарахтун. Дизель заработал. Блядь, реально такой крутит. Ну, стоял долго. Да и машина так имеет пробег. Короче, сейчас хочу попробовать сцепление и немного прокатиться. Машина стояла, еще раз говорю, где-то около 1,5 года. Она и до этого не ездила, она просто стояла. Уже рабочие на ней не ездили, мне ее отдали за работу. Поэтому будем пробовать.
Короче, мотор работает хорошо. А вот по поводу коробки, блядь. Она очень сильно зеленчит, или это зеленчит маховик. Короче, надо снимать коробку и смотреть, что. Или это подшипники на первичном, или это маховик. Короче, посмотрим. Так. Наша сейчас задача вот этот вот металлолом поехать отмыть. Видите, наклейки сдерты, все сдерто. По мотору. По мотору. У нас вот такой вот беспорядок. Вот так вот все. Сейчас мы будем его заводить. Установлены термостаты, трубки, почищено. Ремни, короче, все поменяно на нем. Осталось только еще раз поменять масло. Так как масло очень черное. Я его решил. Сейчас он поработает. Сегодня-завтра. И заменить заново. Ну, чтобы нам пройти техосмотр, нам надо его помыть снаружи, а потом уже вот этот вот беспорядок внутри, эту вот всю черноту, сиденья вот эти все порванные. Короче, старичок-боровичок. Сейчас запустим. Свечи прогреваем, хотя на улице плюс 15, он так не заводится. Да и за масло клапанат сейчас поменяется два раза. Пройдем. Ну все, сейчас у нас будет квест. Без страховки и техосмотра поехать на мойку. Короче, что? В одну сторону мы доехали. Без доков. Вот она мойка. Разменяли деньги. Вот нам надо с этой синей всю машину опрыскать. Сейчас вам опрыскать. Вернулись мы с мойки. Напидорили дедугана. Снаружи, хоть чтоб похож был на машину. Вот такой вот у нас стал. Все работает, все четко. Надо будет только сейчас еще раз поменять масло и добавить масло в коробку. Вот такой вот у нас белобрысый. Ну что сейчас будем делать? Сейчас будем убирать вот это все. Приводить торпеды в порядок. Видите, в каком все состоянии. Как бы реанимируем его немного, а там видно будет, продадим или оставим себе. Дальнейшая судьба этой машины, я думаю, он будет ездить. Короче, почему так получилось? Рассказываю сразу. Пятый Шкода был дарен мне по работе замене мотора. После этого я его хотел оставить техничку, но так как эта машина кушает топливо где-то 7-10 литров, она мне не нужна, я езжу очень много в день. И в итоге он был обменен на Renault Megane. Старенький, черненький, ну вы его потом в конце все увидите. Это такой небольшой влог, чтобы вы понимали, потому что видео делается одно квадратное, другое прямоугольное. То есть, когда-то я снимал до Инстаграма, потом это видео перешло в YouTube. Ну, так вот получилось. Ну, ничего. Я его чуть-чуть подмарафетил, продал. И за эти деньги купил, короче, Renault Megane 1.5, старенький 2005 года, но по низу рынка. Вот он сейчас как раз у нас открытым капотом. Объясняю, почему. Человека... Полетела топливная система, то есть бомба, сейчас-то все разберется.
И мы поменяли насос, поменяли форсунки, поменяли рампу, все. Ну, короче, в сборе он купил бэушную. Но в итоге она очень плохо заводится на холодную. Плохо заводится в каком смысле? Не с первого раза. То есть на горячую тоже стартер долго крутит, но запускается с первого раза. Как вы знаете, здесь кнопка, не ключ. То есть она сама там имеет время и отключает стартер. Были сняты ошибки. Ошибка была по свечам накала. Свечи я поставил новые, все. Ошибка эта ушла и больше не появляется. И следующая ошибка по датчику распредвала. Несоответствие. Короче, идет несоответствие какое-то и бьет ошибку. Я думаю, что когда мы меняли бомбу, не поставили бомбу по меткам. Это мое предположение. И сейчас мы в этом убедимся, да. Меган был куплен по низу португальского рынка. Ниже там только уже металлом, без колес. Поэтому, как бы, будем эту машинку реанимировать пока под работу. Так как у меня был еще приобретен смарт. Он сейчас, видите, в таком состоянии. Полуразобранном, потому что поездил он всего 1005. И у меня, скорее всего, прогорел поршень на первом цилиндре. Мы сейчас будем восстанавливать Рено, приводить в божеский вид, чтобы она заводилась нормально. И потом будем заниматься мотором с марта. То есть я уже как бы подразобрал, но головку не снимал, еще и мотор не вынимал. Все это будет в дальнейших видео. Короче, заканчиваю это видео на вот таком вот формате. Мы все-таки в Португалии. Все-таки здесь это океан, пляж и кайфы. Что хотел бы я сказать? Я хочу попробовать чаще выкладывать видео, не буду обещать, постараюсь. Формат будет тот же: машину, покупки, продажи, какая-то техничка. Я не буду внедряться в техничку, потому что мне не хватает времени под съемы эти всякие мелкие делать. Так я и снимаю сам, и монтирую сам, и продаю, покупаю и все остальное. Еще и работаю с основной. Так что всем пока, до новых встреч. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Отвечу теперь.